Здравствуйте, Лилия Дмитриевна. Здравствуй, Ксюшечка. Вот накануне Дня Святого Валентина у меня опять проблема. Хочется подарить что-то очень оригинальное, сделанное своими руками. А я могу тебе помочь. Я с удовольствием тебя приглашаю в наш центр оригами. И ты сможешь сделать валентинку в необыкновенной технике, в технике оригами. Здорово. Ну что, идем? Идем. Классическое оригами начинается с квадрата. Если вы положите этот квадрат и сложите его пополам, четко-четко прижали линии сгиба, открыли. Теперь, пожалуйста, еще раз сложите квадратик тоже пополам. То есть мы наш квадратик разделили на 4 квадрата. Да. Теперь, пожалуйста, положите вот так свой квадратик, сложите его, положите так. И нижний квадратик надо сложить по диагонали, то есть вот так. Сразу два лепесточка. Угу. Теперь у верхнего квадратика тоже надо его согнуть по диагонали, пожалуйста, вот так. Вот с этого же закрытого угла надо положить эту сторону вот так, на эту диагональ. Угу. Теперь мы с вами отвернем этот уголочек и сделаем такую операцию, которая у нас называется в оригами «открыть карманчик». То есть вот так. Значит, вам надо открыть все. Нажать на серединку. Бумага вогнется вовнутрь. И сложить вот эту складочку вот так. Умничка. И положить это на стол. Так вам будет удобнее работать. Молодец. Очень хорошо. И теперь по этим линиям, вот которые внутри, надо одновременно по двум линиям загнуть так. Умничка. Очень хорошо. Чтобы выйти на вот эту серединочку. И наклонить это в одну или в другую сторону. Теперь мы сделаем уже то, что мы уже делали. То есть мы откроем карманчик. Но для этого надо вот этот уголочек согнуть еще раз пополам. Вот так. И оказывается, что у нас тут внутри тоже есть карманчик. И мы его опять так же успешно открываем, как это мы уже умеем делать. То, что мы сделали, это будет подставочка, на которой будет держаться наше сердечко. Теперь мы постараемся придать ему форму сердечка. Вы работаете теперь с этими уголочками. Этот краешек попал, вот, пересекся с этой линией. И то же самое надо сделать со вторым уголочком. У нас уже появляется контур сердечка. Да? Вы берете вот этот уголочек. И вы стараетесь его загнуть так, чтобы он попал вот под эту линию. Это будет своеобразный замочек. Теперь, пожалуйста, посмотрите, вот эти вот уголочки вам надо загнуть вот так. Прямо по контуру вот этого треугольничка. И теперь получается, что вот здесь у нас тоже есть карманчик. Вот этот карманчик. Да, вот он. Карманчик. Угу. Вот он. И в него надо заправить этот уголочек и прижать. То есть у нас получается как бы замочек, и тогда вот этот уголок не торчит, как ему хочется, да. А он как-то зафиксирован. Вот эту нижнюю часть, нижнюю, сложите пополам.
Она у вас будет подставочкой. И сердечко вот так вот немножко как бы сложите пополам, а потом отпустите. И поставьте. И я могу показать вам еще одно сердечко, трансформер. Перевернулись на другую сторону и сделали то же самое. Теперь нам надо, чтобы внешняя сторона легла на эту сторону. Но принцип тот же самый. Прижимаем только до серединки. И очень важно, чтобы все это выходило из одной точечки. Нам надо, чтобы у нас внутри нашего квадратика появился ромбик, который мы сейчас и делаем. Вот одно сердечко, потом вы его нажимаете, на серединочку не забудьте нажать, другое сердечко. Обалдеть! Немного старания, немного навыка, немного души, немного любви. И вот так из обыкновенного квадрата каждый желающий может сделать вот такую удивительную валентинку. С вами была Ксения. Вы смотрели передачу «Лайфхакер». Легком пути к совершенству, испортив немало бумаги и сил, ты вдруг понимаешь, что лучшей фигуркой является та, что еще не сложил. Поэтому, ну, это как тренировка. Ну, испортим один квадрат, другой сделаем. Так, ничего страшного, все нормально. Такое впечатление, что вы всю жизнь занимались оригами. Может быть, в прошлой жизни я была японцем. И мои руки все еще помнят. Говорите, такое тоже бывает.